Всем привет, ребятки, вы на канале Мика и Лаури. Сегодня я буду делать апельсиновый сок. Смотрите, мама мне какую-то непонятную штуковину поставила, которая делается апельсиновый сок. Давайте попробуем. Возьмем пока что обычный, нарезанный, и выжимаем. Я буду вас учить. Да. Вот сюда, видите, выжимаем, и потом и другую руку поставляем к этой руке, и потом начинаем прижимать. И такие звуки бывают. А потом здесь бывают эти такие штучки, они очень вкусные. Мама потом мне дает, чтобы я это кусала. А потом дальше надо сделать еще это, еще вот это. Короче, мама разрешила, чтобы я сделала сама. Когда я постоянно хочу делать апельсиновый сок, я уже делаю сама. Потому что меня уже мама научила. Давайте, погнали. А здесь остаются грязи такие, да? Ну, погнали. Только у вас, наверное, голова болит. Хватит повторять. Ребята, еще открою вам секрет. Когда кто-то с вами повторяет, вы говорите повторюшка, но он все равно повторяет. Поэтому, чтобы он не повторял, скажите повторюшка, дядя Хрюшка. Тогда он не хочет быть Хрюшкой и дядей. Мальчик или девочка, у вас подружка, или у вас друг, или вообще двойник. Наверное, вы так именно делаете. Можно и палец поставлять. Такие звуки именно бывают. Нам еще много делать. Да-да-да. А то и не. Давайте вот так сделаем. А в конце дети не могут делать, помогают родителям, говорят родителям, чтобы родители... Вы, конечно, все сможете сделать, но там еще до краюшки, и вот это мы не, маленькие не могут сделать, поэтому надо немножко спросить помощь у родителей, тети, дяди, бабушки, дедушки. Если вы не хотите, чтобы мама делала, тогда так сами прижимайте. Вот так. И получилось чистота огромная. Чистота получилась. Ты подписался? Нет, тогда быстро подпишусь я. Ребята, кочка. Нам сегодня должен прийти бабушка или дедушка. Мы сегодня, когда хотим, то и будем спать. Потому что сегодня пятница. Завтра нету садик. Завтра суббота. Все субботы отдыхают. Вот уже грязь осталась, смотрите. Грязь. Вот, видите, грязь. Давайте возьмем самую краску. И... Наступает мамин пряник. Мама, я тебя люблю. Я тебе свои сердечки, а ты сыну нам даю. Смотрите, я вам сказала один стишочек. Слушайте. Наступает мамин пряник. Мама, я тебя люблю. Я тебе свои сердечки от души прямам даю. Мама, почаще улыбайся. И по пупсу не грусти. И по пупсу не огорчайся. Счастье, радости, живи. Вот мамочки.
Так, я маме помогаю. И делаю сама, и апельсин высок, и ей чай, и дом убираю, и двойки не получаю. Мой брат тоже самое, мы очень любим нашу маму. И тетю бабушку тоже. Надо прижимать. Купец. Посмотрите, какая там кубулака. Залезьте в кубулатку. Молодец, зарез. Я облизывать. Очень вкусно бывает, когда облизываешь. Обязательно облизывать. Я тебе свои сидя. Вкусняшка. Еще больше стало. Так, такие звуки мне не нравятся. Так, чай. Ребят, подождите, мне надо сделать маме чаёчек. Всё. Всё. Пока чай там, ну надо кончить завтрак. Ребят, советую вам так не делать. А кто любит, мам, пусть делает. Еще? Я скоро пойду кормить маму. Так скажу. Можно помочь маме, если хотите. Мама как-то телефон разговаривает. Потому что столько достаточно. Надо сюда... Ой, забыла облизывать. Ой, баня да. Я тебе свои сердечки, а пусть мам дали. Мама, обчайся, улыбайся, и покупка не грузки, и покупка не огорчайся, счастье, радости, живи. Дети, радости, живите, мама, папа и дедули, и бабули, тети, дяди и мамули. Давайте маму кормить. Хотите со мной? Вам нельзя. Давайте с вами прощаться, я пойду маму кормить. Нет, пока что не пойду маму кормить. Ребята. Еще ребята. Она разговаривает по-азербайджанскому. Поэтому типа вы знаете азербайджанский. Поэтому, пожалуйста, сделаем такой пранк. Потом покажу маме это видео. Так будет смешно. Берем побольше. Берем столько, наверное, столько достаточно, мамы. Ай, мама! Видео чек ты! Мама! Ребята, готовьтесь, мама идет. Тихо. Мама, Гендалзе! Мамочка, ты идешь?
Все, готовьтесь. Мама идет. Видео-то? Мен чекетегин де. Яш, кестафуны е. Ребята, смотрите, вот моя Вкусняшка, мама. Очень даже. Да. Ребята, мне тоже накормим, я тоже люблю. Я сама смогу. Извини. Ладно, ребята, мама тоже вам немножко помогает, а я тут такой. Ты зачем это снимаешь? Я не могу это снимать. Мама говорит, нельзя же так. Ютуба койдуған шейлері мені қатмады. Я ең сені көрдім. Ал. Яқшы, мама говорит, мені бойы. Kesip koyarız da, ben gelene kim olan yerim bu. Nurka, bu çoxlu yer tutur axı, indi sən iPad-ni zərisət eləyəcək. 10 dəqiqə onu çəkin sənə. Mən deyək 10 dəqiqəni işləyəm. 12 dəqiqə deyək çəkin sənə.